Здравствуйте, я педагог дополнительного образования Центра детского творчества города Мстиславля. Сегодня я хочу предложить вам мастер-класс по пошиву текстильной куклы из ткани. Для куклы нам понадобится трикотаж телесного цвета, выкройки для куклы, пенопластовый шарик для головы, волосы, ножницы, простой карандаш, деревянная палочка для набивки игрушки, картон для ступни, ноги, иголки-булавки, бусинки для глазок и наполнитель. В процессе нам понадобится швейная машинка и клеевой пистолет. Начинаем мы с того, что переносим наши выкройки на ткань. Берем выкройку, ткань и простым карандашом переносим выкройку на ткань. Детали выкроек мы соединили на швейной машинке. У нас получилась обтяжка головы. Обтяжку головы я делала двойную. Получается, она состоит у нас из четырех частей. Для того, чтобы, когда мы ее одеваем на пенопластовый шарик, все изъяны шарика спрятать под тканью. Дальше, с помощью иголки и нитки в цвет нам нужно зашить отверстие в обтяжке. Мы соединяем, хорошо натягиваем ткань и соединяем обтяжку головы. Зашиваем, чтобы пенопластового шарика не было видно. Таким вот образом. Голова у меня готова. Отверстие я зашила, чтобы не был виден пенопластовый шарик. Теперь мы приступаем к стопе. Мы для того, чтобы потом в процессе, когда мы набьем ногу, нам пришить ее к ноге, чтобы наша куколка стояла на ногах самостоятельно. Для этого из картона я вырезала стопу по размеру нашей выкройки и обтягиваю ее теперь тканью трикотажный в цвет. Детали для туловища куклы готовы. Теперь нам нужно набить их наполнителем. Начинаем набивать ногу. Ногу нужно набивать плотно, чтобы она хорошо стояла. Заготовки готовы, теперь я начинаю собирать куклу. Беру тело, голову, одеваю голову на тело куклы, хорошо натягиваю, чтобы она не болталась. Не падала в процессе пришивания, я ее прикрепляю булавочками. Дальше подлаживаю одну сторону нашей обтяжки и пришиваю ее нитками в цвет. Иголка вручную. Пришиваю по кругу. Я пришила голову к кукле. Следующим этапом будет пришивание ног. Ноги прикладываем к
телу. На одном уровне. Отмечаем с двух сторон карандашом. И по кругу, начиная вот отсюда, пришиваем, одновременно прокалываем туловище и ногу. Кукла наша готова, мы ей пришили руки, ноги, голову. Следующим этапом нам нужно сделать ей волосы, приклеить с помощью клея-пистолета и глазки. Мы будем сейчас клеить глазки. Карандашом отмечаем точечки, где у нас у куклы будут глазки. И приклеиваем бусинки. Глазки готовы. Теперь нам нужно приклеить волосы. Также пистолетом. Наносим клей. И приклеиваем волосы по всей голове, начиная от макушки. И заканчиваю затылком. Такая текстильная кукла у нас получилась. Кукла наша без одежды, но для завершения образа куклы вы можете пофантазировать и придумать пошить одежду для нее сами. Спасибо за внимание. До свидания.